Чем полезен рис? Рис является значительным источником сложных углеводов, а также содержит клетчатку и минеральные вещества в заметных количествах. Рис богат сложными углеводами, которые обеспечивают долговременный переток энергии в мышечные ткани организма. Потребление повышенного количества сложных углеводов позволяет снизить дневную норму сахара и жиров без потери энергии, необходимой организму человека. Содержание углеводов в рисе достигает 78%. Рис не содержит витамины А и С, однако является важным источником нескольких витаминов группы В, а именно тиамина В1, рибофлавина В2, ниацина В3 и витамина В6. Витамины группы В, кроме всего прочего, способствуют укреплению нервной системы. Они также являются важными элементами в процессе преобразования организмом человека питательных веществ в энергию. В состав риса входят 8 важнейших аминокислот, которые требуются человеческому организму для создания новых клеток. Зерна риса на 7-8% состоят из белков. Немаловажен тот факт, что в рисе, в отличие от других злаков, не содержится глютена, растительного белка, который вызывает аллергическую реакцию у некоторых людей. Рис почти не содержит соли, поэтому его рекомендуют для людей с сердечно-сосудистыми и почечными заболеваниями, а также для тех, кто стремится сбросить лишний вес. Рис содержит много калия. Этот минерал нейтрализует действие на организм соли, которая попадает в организм с другими продуктами питания. В рисе также находится небольшое количество фосфора, цинка, железа, кальция, а также йода. Клетчатки в рисе немного, 3% в белом и пропаленном рисе, до 4,5% в коричневом рисе. Потребность организма в клетчатке легко восполняется потреблением свежих и тушеных овощей из риса. Можно приготовить сотни вкусных и питательных блюд. Блюда из риса украсят ваш стол, разнообразят и повысят качество употребляемой вами пищи. Коричневый рис. Его ценят сторонники здорового образа жизни за повышенное содержание питательных веществ по сравнению с обычным рисом. По содержанию витаминов и минералов белый рис проигрывает коричневому, поэтому лучше выбирать для своего рациона именно коричневый рис. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!